Воспитанница детского центра творчества «Мечта» Ева Селиванова за здоровый образ жизни. Рассказывает, к этому ее приучила мама. Утром они вместе ежедневно делают зарядку. Когда я встаю, я делаю зарядку, чищу зубы. Я ходила на плавание, хожу на танцы. Здоровый образ жизни нужен для того, чтобы хорошо продолжать свою жизнь, никогда не болеть, ну то есть меньше болеть, долголетие будет. Ее позицию разделяет и Карина Аветисян. Девочка много лет занимается фигурным катанием. Сейчас мне 10 лет, и я занимаюсь фигурным катанием с 4 лет. Если привыкнуть, то нет. А вот если пропускать долго и потом первый раз прийти после пропуска, то да, тяжело. В лагере дневного пребывания «Корабль мечты» прошел день здорового образа жизни. Сейчас его посещают 40 воспитанников Центра дошкольного образования «Мечта» в возрасте от 4 до 14 лет. Летом ребята ходят на спектакли в театры, посещают концерты, занимаются творчеством. Ежедневно в лагере проходят и физкультурно-спортивные занятия. В этот раз они разучили новый флешмоб. У нас каждое утро начинается с утренней зарядки. Прогулки на свежем воздухе каждый день проходят. Также спортивные мероприятия различные. Мы, например, участвуем каждый год в лете с футбольным мячом. Ребята у нас с удовольствием участвуют. Одна из важнейших задач педагога – это именно оздоровление детей. У нас обязательно каждое утро начинаются зарядки. После завтрака мы идем на свежий воздух, на прогулки, проводим спортивные мероприятия. Также обязательно педагоги у нас проводят беседы, викторины, акции, посвященные именно этой теме здоровому образу жизни. И мы постоянно участвуем в каких-то конкурсах, фестивалях, которые направлены именно вот на здоровье детей. После флешмоба дети нарисовали рисунки на тему здорового образа жизни. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.